саженцы облепихи «Красный факел» Hypophaera hanoides относят к новым высокотехнологичным сортам. Данный сорт имеет высокую урожайность. Уборка урожая возможна путем обрезки побегов с ягодами. Этот сорт облепихи отличается стабильностью плодоношения при любых погодных условиях. Растение не требует специального формирования кроны, при этом послужит прекрасным украшением приусадебного участка. Для опыления рекомендуется на 6 женских растений высаживать одно мужское. Ягоды облепихи «Красный факел» отличаются высоким содержанием каротиноидов. Отлично сохраняют полезные вещества во время глубокой заморозки. Уборка урожая возможна даже в зимнее время. Облепиха «Красный факел» — это многолетнее растение. Облепиха прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола облепиха «Красный факел» можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. Расцветает облепиха «Красный факел» в месяц мая-июнь. Лист этого прекрасного растения по форме узколанцетный. Облепиха «Красный факел» имеет поздний срок созревания. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что облепиха «Красный факел» – самобесплодный мужской сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.